Будем тебе тег фото делать? Вот. Класс! Сделали. Ого. Так, смотри, развлечение такое. Так, повис. Бери. Ох, смотрите. Ребята, он повис. Как это будет выглядеть? Давай, ты летишь, а я нажму. А, нет, ты можешь сам, да? Да, ребята, это вообще улет. Как? Что это такое? Смотрите, он реально висит в воздухе. Как? Это фотошоп, это самый настоящий фотошоп. Да. Обалдеть. Давай еще где-нибудь прыгнем, сделаем фото. Всем привет, ребята! Сегодня мы играем в игру Super Adventure. Да, и в этом видео у нас, в общем, короче, произошла небольшая обнова. Да. И мы вам про нее расскажем. Ну, погнали. Да. Погнали. Первое, давайте зайдем в магазин. Как вы видите, у меня, посмотрите, внимание, изменилось, что вместо головы теперь у нас знак, кирпич. Ну, головы ее и раньше не было, да, просто значок изменился. Пушка осталась, все, да? Да. Тут появились сувениры, которые раньше были в улье, предметы. Но и, как ни странно, в улье они тоже остались. Не понимаю, почему. То есть, чтобы получить вот эту голову Йети, чтобы получить фиолетовый скин, нужно было пройти улье каждый раз одно и то же. И след вот этот гостей тоже нужно было пройти улье, чтобы получить. Сейчас этого не нужно, сейчас вы получаете это прямо вот здесь, не проходя улей. Это очень удобно. Это... Да, и, кстати, обратите внимание, у нас такие после чики у нас в правом верхнем углу, обратите, голова медведя, тело медведя, сам весь медведь, чика, и какие-то звездочки. Опять знак кирпича, это значит без всего, стандартный. Далее у нас тучка наша любимая. Ну, она и была. Звездочки. Ну, вот появились звездочки. Что еще появилось новое? Черно-белый экран, да? Птица. Птичка тут рядом с тобой. Питомец появился. И питомец Виолетта. И смотрите на нее, она так руками махает. Помните, да. В стакане были крысы? Да, вот она. Ну, радужный свет наш. Да. И все вот это вот, ребята, питомцы, радужный свет. Черно-белая камера. Все называется золотые времена. Gold is ba. А, Gold is ba. Ну, в общем, is ba золото, короче, ребята. И вы можете только купить это. Да. Выиграть это никак, это только за деньги покупается. Ну вот. Да. Да, давайте уже стандартный фон. И давайте сделаем фоточку. Да, еще одно обновление у нас вот такое, смотрите. Нажимаем на в правом верхнем углу. Прям, видите, равно. Две полосочки такие. Как равно, только перевернутое. Да, хоп. Вы видите, теперь посмотрите в... левый и низ. Да нет, посередине. Середине снизу. Вниз посерединке у вас фото. Аппаратик. Хоп, вы на него нажимаете, и вы можете таким образом. Кстати, этот медведь замер. Его поймали. Да. Смотрите, он замер. Видите, вы можете замечательно, удобно приближать камеру. То есть у вас медведь ваш никуда не идет при этом, когда надо. Только вы не можете на определенном расстоянии. Да, ну очень далеко он не дает, конечно. Но здесь вот эту вот рядышком локацию, смотрите, можно приближать куда угодно. И смотри, сделай снимок, например, я не знаю, ну чего-нибудь. Вот, ну не его, конечно, его там неинтересно. Давай дальше. Куда-нибудь дальше отъедем. Какую-нибудь другого мишку или что-нибудь. Что, Капиталуса, давай. Вот, смотри. И вот мы, смотри, сделаем. Смотрите, фоточку. Далее вот так вот делаем наоборот, вот так вот. Можем как угодно. Тут камера. Камера также у нас находится. Но вы здесь в опциях далее можете приближать, удалять. И, например, смотри, сделать сделать фото, вот написано внизу. Да, далее на три полосочки нажимаем и guidance. Guidance. Ну, это как гид. Ой. Хоп. Сейв сохранить и хоп, разорвать, да? Да, но мы еще не закончили. Смотрите, что у нас есть. Далее. Это у нас, не понимаю, что. Я тоже не знаю, что это. Далее. Непонятно, цвет меняется. No fitter. Нажимаем. You need to buy SBA Gold. Да, чтобы воспользоваться всеми этими настройками, ребята, чтобы все это работало, опять-таки нужно SBA Gold купить. И тогда, пожалуйста, вы можете менять цвета. Каким образом? Вот, смотрите, вот. Вот, всякие. Вы меняете цвета как угодно.
Там на природе хорошо смотрелось. Покажи вот кусочек природы. Во-первых, сделай фото. Так, фото. Хоп. Вот, теперь давай природу отъедем. Просто вот с деревьями, вот совсем, да. Издалека вот сделай фотку. Давай-ка, стоп. Да не нужно, немножко, не нужна фотка. Вот, и посмотрите, как меняются вот здесь, например, цвета. Покажи. Нойз. Вот, видите, тут можно вот в настроечках как самые крутые, делать. Вот, крутое. Да. Крутое, на самом деле, крутое, это... Ну, это просто такое развлечение, оно особо и не нужно. Ну, как бы... И в любом редакторе вы можете делать такие фотографии. Вот. Но, в принципе, неплохо придумано. Вот просто с обычной фотографией можете очень удобно приближать, удалять. Это удобно. Да, и вы можете почувствовать себя призраком и подумать, что Мишку Барина замуровали, остановилось время. Да, да-да-да. Ну, отличный призрак этим можно сказать. Ты как будто в баскетбол играешь все время. Максим, против мишками. Профессиональный игрок медведями, попадание медведя в корзину. Необычно. Да. Ребята, медведь сам ходит. Честно, я вообще не управляю этим непослушным хулиганом медведем. Ты куда собрался-то? Куда ты? Да я хотела фоток еще поделать. Обновление же вышло. Так. Ну, давай. О, смотри, как здорово. Мы можем далеко-далеко отъехать вообще. Вот. Это максимум. Это максимум? Угу. Вот здесь можно... Вот давай вот стоп. И давай поменяем разные цвета, чтобы небо было видно. Да, мы поняли. Вот, видишь, какие? Тю. Смотри, какая вода красивая. Да. Сейчас вообще будет близко. О. Вот это? Черно-белый? Вот. Вот это? Вот. О, вода красивый, красный такой. Вау. Вот это красиво. Да. Вот, вау, вау, вау. Ну все. Угу. Вот. И take photo. Но фото, видишь, у нас получается такое, потому что у нас нет USB Gold. Если бы у нас был USB Gold, за денежки покупается, тогда было бы сейчас фото другое, разноцветное такое. Да. Ну что же, погнали дальше. Так, ну а куда надо идти, куда делать фото? Можно к аквариуму со стола весь дом, видишь, издалека взять. Крыс, интересно, какого будут у нас. Не надо, в том-то и дело. Здесь настройки, что не нужно входить. Может, стать где угодно. Так, и приближаем камеру, смотрите. Там пылесос, да? О, смотри, как интересно. Вот. Так, оп. Вот самые крутые. О! Смотрите, какого-то это сыр. Какая мышь. Покрути камеру, что там еще показывается. Дом-то какой красивый, смотри. Ух ты! Совсем другой дом, да? Да. Давай другую посмотрим. Угу. Ух ты! Совершенно разные дома. Угу. О, это очень красиво. Ну-ка, дом. Ну да, веселенький домик такой. Но я в таком жить не хотел, конечно. И я. Ты что, с ума сойдешь? Уже глаз. О. Тоже необычно. Такой какой-то неоновый такой, такие светящиеся прям цвета. О. Ну, у меня даже глаза устают, правда. Но посмотреть можно. Этот прям очень такой. Девочки. Да. Так. Глазки. Виолетки такие веселенькие, посмотри, зелененькие. Да. Угу. Можем приблизиться в шкафчик, куда угодно, посмотрим. Ну, это такой мрачный домик. Вот красный, да, где-то был. Ну, так уже не очень здесь. Это для заката хороший цвет. По факту красивый, да? Ну, вот, видишь, а у нас получается такой, потому что у нас не куплено из Blackboard. Да. Вот, очень жаль, конечно. Так, ну что, давай дальше, что? Мы посмотрели здесь. Давай, может, еще в ванную куда-нибудь встанем. Или крысу какую-то сфотографируем. Давайте еще в ванную. Да. Интересно, а можно в полете сделать что-то? Ого! О, как это возможно, Максим?
Ты представляешь себе? А сделай обычный фон, обычный фон. Мы же можем обычный делать фон. И бесплатно. Делаем. Вот. Смотри, делай фотку. Фотку. А где фотка делается? Вот внизу, смотри, вот. Да обалдеть, это же просто чудо. Ребята, это просто фотошоп. Ого. Так. И вот делаем фото. Сейчас приблизишь его. Так. Так. Смотрите, он реально висит в воздухе. Как? Это фотошоп. Это самый настоящий фотошоп. Да. Обалдеть. Давай еще где-нибудь прыгнем, сделаем фото. Даже просто не надо там каких-то цветов обычных. Куда мы еще можем запрыгнуть и фото сделать? Смотри. Это чудо вообще. Это хорошая функция. Да. Мы можем залететь на какой-то... Мы можем... На самолетике фото сделать. Давай. Давай. Сейчас будет. Ребята, мы первый раз все это смотрим, так же, как и вы. Мы этого ничего не видели. И это, конечно, интересно, да? Что случилось у нас? Вау, давай, лишь как это будет выглядеть? Давай, ты летишь, а я нажму. А, нет, ты можешь сам, да? Да, ребята, это вообще улет. Как? Что это такое? Ух ты! Это, ребята, это настоящий фотошоп. Это просто это вот то, что можно сделать в фотошопе. Этого делать здесь уже не надо. Вот, пожалуйста. Посмотрите, он висит в воздухе. Вы можете почувствовать себя читерами. Так, вот у нас, вот наш Вер. А так, вот так вот мы его приближаем. Да, я попробую. Можно? Ох, смотрите, какая красота. Ребята, это просто бомба. Да, это правда бомба. Смотри. Бомба. Continue. Ну, save. Это непонятно, но, в общем, так, мы продолжаем continue, она рвется. А как дальше? Что? Как? Чтобы мы летели? А, резюм. Ну. О, мы опять летим! Надо еще где-то его подловить. Вообще. Да, 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 да. Так, так. Ого. Так, смотри, развлечение такое. Так, повис на перилах. Смотрите. Ребята, он повис. Это что-то с чем-то. Можно? Я просто... скриншотик такой. Так, будем тебе тейк-фото делать? Вот. Класс! Сделали. Вот так. Ну ладно, ребята. Мы еще где хочешь так пошутить. Ладно, давайте, если вам все-таки... Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Самолет упал! Подпиши... Ой, он из железа? Да, наверное. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокол. Бум-бум, динь-дон, динь-дон. Всем пока!